Рабочий клуб «Удачи на даче». Мне брат прислал это на досуге. Вот. Четверть миллиона человек научили уничтожать деревья. Не верите? Четверть миллиона. Вот почему так? У меня там, это самое, на моем самом массовом там 11 тысяч этих подписчиков. Господи, как денег набирает этих людей, этих наивных. Проблема решается. Бери топор. Подождите, не спешите. Помните, я говорил про предсмертный урожай? Вот они. Вот. Принцип действия. Навредить дереву. Да, навредить. Держи за стулья. Главная задача растения – ставить наследников. Вот. Здесь отрицается мой постулат, что дереву нужно детство. Когда дерево начинает думать, что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. А в Сински, когда-то в 19 веке, первый сказал попугаям: ой, Господи, 19-21 век, все одно и то же, одно и то же. И пошло-поехало. Это вы все знаете, это на сотнях сайтов. И никто, и до 21 века, до 22 года, ни один не отказался, сказал, я перегнул. Я верил и сам им теперь на самом деле. Вот. Они все не выращивают деревья, потому что не может же быть, что если вот это все выполнять, будет сад. Перетяжка, кольцевание. Представляете, вырезать полностью, отслоить, взять в руку эту самую кору, перевернуть и и опять перемотать. Что творят? Это ужас какой-то. Без того, чтобы год-два подождать. И главное, маленькое дерево и все в плодах. Оно не растет же тогда. Да, действительно. Предсмертный урожай, да, оно придет плоды, вы можете получить 3 яблока, 8 ведро. Ну, когда-то сотни ведер, а когда? Ведь оно же становится калекой. Представляете? Настоящий калека. А я все одно да потому, одно да потому. Кому я убеждаю? Вас-то убеждать-то уже не стоит, вы все это и так знаете. Больше 2 сантиметров нельзя, ветка может засохнуть. А если 2 сантиметра, что она будет повреждена, вы не догадались? Еще идиотизм. Если человек 1001 раз, 100 001 раз повторяет за 19 веков, что камень течения ослабляет растение. Камень течения – это лечение дерева. Лечение. Камень заплывает рано, и не надо ничего делать. Нет, вот опять же слово. Как? Вот подошел человек, видит, дерево болеет. Оно искалечено. И видит камень. И вместо того, чтобы сказать, камень помогает, он тут же вину возлагает на камень. Дальше этого, вот это вот, ничего не идет у людей в голове, ничего нету. Четверть миллиона этих подписчиков. Да что же это такое? Перевести в горизонтальное положение. Это гуманно, да. Горизонтальное. А сколько говорил? Перевел горизонтальное. Жди вот так вот волчки. Ладно, вот так вот было. Где надо, она сама знает, куда расти. Сюда, сюда, сюда. Даже вниз. Пусть растет. Даже вниз. Но если ты горизонтально перевел, 100% вот такие волчки появятся. Вертикальные, те, которые ненавидят. Хоть один раз там дальше, чем перевел, говорят, на второй год-то посмотри. Получается, вообще ни разу в жизни не смотрел. А зачем тебе нужен этот самый? Только когда такое огромное количество участников, это значит, все, заработки идут за счет этих самых, за счет рекламы. И учить людей убивать деревья ради рекламы. Я уже пропускаю.
прищепнуть верхушки, к сожалению, огромное количество, даже умнейших ребят, даже умнейших, считают, что это нормально. На самом деле, поверьте, это ненормально. Нельзя вмешиваться. Что зимой отмерзнут верхушки? Вот это и будет природное прищипывание. Вот сколько не получится, не выкормить, сильно тонкие, как вспоминать эту шелковицу. У нее веточки тоньше этих самых. Кончики веток тоньше, чем иголки швейные. Конечно, отмерзают. Но прищипнуть, а потом будет теплое лето, а вместо этого получается не вызревшее, потому что соседние ветки тут же начинают реагировать тем, что караул тут же начинает просыпаться у них почки. Не Италия, а где придумали этот способ. Я опять говорю, 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 говорю. Вот. 8 жестких способов. Ну и заставили, получили калеку. И опять. Смотрите, что интересно. Ай. Ну, топором. Фу. Пожалуйста, разбивает кору молотком. Ты а что? Почему нет? А? Вот в сумасшедшем доме есть парк. Наверное, там это самое. Можно тоже сад развести. Вот там бы и разбивали. Но мне кажется, даже в сумасшедшем доме люди неадекватного поведения вряд ли станут брать молоток и разбивать молоток как-то кору только для того, чтобы урожай был раньше. Даже в сумасшедшем доме. А эти как уже назвать-то? Если психи на это не способны. Скручивание побегов один из способов у нас сильно не распространено, но сильно распространено на Украине. Там на черешнях его используют. Вот. Есть такой способ. Но знаете, у черешни такое есть проблема, действительно проблема. На Украине черешня это не дерево. Это Монблан, это громадина, невозможно собирать. Ну ладно, мы мальчишки залазили, как эти, на деревья, как обезьяны, и там, не слезая с дерева, килограммами ели эту черешню. Мы дети. Это понятно. А для промышленного, вот единственное, что вот здесь скручивание побегов, пока побеги молодые, и их как бы не отрезают, не надламывают и не прищипывают. А вот так вот скрутят, фактически результат тот же самый. Помешать ему расти. Но способ-то, я почему подчеркнул на юге? Украина это юг, а именно не на всей Украине. Украина бывает, ого-го, климат довольно жесткий. То есть, получается, речь идет, кстати, западную Украину, я как вспомнил, 3 месяца зима, это, вынь да положь. Это было раньше, это было мое детство. Как начиналось, я запомнил, учительница заставляла учить. Вот, с 1 по 5 класс я запомнил это. С 1 декабря зима начинается и заканчивается к 1 марта. И так и было. Просыпаюсь 1 декабря, снег, полметра снегу. Это запомнилось навсегда. Но это Западная Украина, Волынская область. А на юге Украины там и снега-то не дождешься. Я имею в виду та же Херсонская область. Вот. Естественно, там скручивание побегов такой беды не приносит, но дерево остается ограниченным ростом. Не дают ему расти дальше. Потому что что толку? Будешь смотреть на небо и смотреть, как птицы едят твои эти, созревшие черешню. Вот это единственное вынуждено, и только на юге. А тот, кто вот эту всю галиматью написал, он хоть знает об этом, что это только на юге, и Железов это знает. Никакой Подмосковье этого нельзя делать, только искалечить. Но вот этих черешни-то практически нет. Может их 100, может 20, может 200. На все в Москву, Подмосковье. Так? Может быть. Еще не хватало здесь ее калечить. Вот такое мое мнение. Вот такие специалисты учат. 250 000. Я от зависти подыхаю. Сейчас повешусь, пойду. В этой комнате.
Проволоки перетягивают ветки. Фу. Забить слово гвозди. Расколоть корни. Там было разбить эти ветки, а здесь расколоть корни. И для чего все это надо? Чтобы была статья, я бы написал ничего не делать. И что было бы? Одна строчка. Радикальная. Фу. Еще есть. Я уже не могу это видеть. А пропускать тоже нельзя. Радикальное омоложение корней. Представьте себе, и детство какое. В междуряде копаются отложения глубиной 50 сантиметров. 50, это полметра, кто не знает. Все обнаруженные корни выпиливают или перерубают. И это так и пишут. Выпиливают или перерубают. Отложения заполняют, Вот и все. Там еще где-то было, я, наверное, пропустил, что если больше сантиметра диаметр раны, замазывают. А если меньше, а вот это есть сантиметр. Если меньше сантиметра, раны не замазывают. Ну, теперь все собрал. Я тебе говорю, господи, мне, когда Елена Александровна Савини станет академиком, где-нибудь лет через 30-40, за это время последние деревья в стране угробят. Кого надеяться? Кто там в этом понимает из этих академиков? Почему они все молчат? Почему мне рот заткнули? Когда на конференции я выступил.